Конкурс «Парад салазок» объявляет молодежный центр Северодвинска. Принять участие могут все желающие. Условия простые. Оригинально украсить свои санки и прийти с ними в городской парк культуры и отдыха в день масленичных гуляний 17 марта. Прокатиться с ледяной горки можно с чего угодно. Журналисты сделали это, к примеру, на бумажном слоне. Летом парад колясок, зимой ледянок. Молодежный центр предлагает жителям города принять участие в празднике Масленицы. На одной из 15 площадок парка культуры и отдыха организаторы предлагают горожанам проявить свою фантазию и соорудить самые оригинальные санки, чтобы на них спуститься с горки. Сегодня ее тестировали на самодельном слоне из картона и лыж. Это должно быть что-то катающееся, либо на санках, что-то приделанное к санкам, либо к лыжам, либо на ледяночке. Ну и сверху, конечно, должно быть как-то оно интересно оформлено. То есть можно делать все в каком-то определенном стиле. В русском народном стиле, например, это будет блин. А на блине сидит дородная такая русская женщина в платке и держит в руках там масло и сметану. Жюри конкурса будет оценивать оригинальность оформления транспортного средства и насколько далеко оно сможет скатиться с горы. Победители ждут призы от спонсоров мероприятия. Заявки на участие можно подавать по телефону 56 28 46.